Всем привет, ребята! Продолжаем мы наш марафон по форс-дропу. Третья часть сегодня. И сегодня все так же у нас будут холи кейсы или хули кейсы. Об этом мы как раз с вами сегодня и узнаем. Холи он или хули он там, да? Скидка на кейс, скидка на кейс. Чё, подарки? Не, мне скидка на кейс не нужна. А я же промокод на 30% уже запендюрил. Как он, как ты можешь мне, что он это показывает, что промокод у меня есть такой. Я, короче, подожди, ну-ка давай-ка мы, знаешь, что сделаем? А, что за промокод-то там у меня такой? Может, мы маленечко отойдем сегодня от правил и захерачим по промокоду? Дискаунт, у меня 30% есть, какое условие? Максимальная цена до 600 рублей. А здесь до 800 рублей 20%. У меня все на балансе 250. 250. Ну, получается, у меня эти дисконты есть. Они не сгорают, да? Они, значит, не сгорают. Вот, и потом, может быть, закину я как-нибудь на баланс нужную сумму и откроем с дисконтом на 30%. Вот. А сейчас мы будем смотреть наши хули кейсы. Напоминаю, ребят, что 1 числа у меня будет проходить розыгрыш 1 ноября. Розыгрыш скинов. И для того, чтобы принять участие, ну, в общем, читайте описание под видео, то есть как можно будет принять участие в этом розыгрыше. Единственный нюанс, у вас должен быть открытый аккаунт, ну, должен быть открытый профиль YouTube, чтобы можно было пройти полноценно проверочку. Если аккаунт будет закрыт, проверку не сможете пройти. Ну, извините, приз ваш будем разыгрывать дальше. Вот. Что у нас тут? Пока глухо, да? То есть пока что кейс у нас хули. Пока что кейс хули. Хоть он и как бы там и пытается из себя изображать холи, но на самом деле это просто хули. И он еще раз это доказывает. И он еще раз это доказывает. Слушайте, блин, на изиче как-то получше все-таки выдавало, нежели чем вот здесь. -то. Здесь как бы вообще что-то прям. Ну, не это, не алё. Не алё. Ну, хер с ним, что поделаешь. Ну, о, сука, промокод прилетел, да? Аллилуйя. Аллилуйя, да? Чик, окей. Да, я беру промокод. И чё? Я что думаете? Я сейчас что должен пополнить что ли буду? Да пошли вы нахер. Чё вы мне перед пополнением не могли промокод подсунуть, да? То есть вот гады, вот просто гады. Давай. Как вчера ножики такие, оп, пролетают, 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 но пролетают и пролетают там, да? Ничего интересного с этого и не падает. Но пролетают. Я его открываю по той причине, что здесь ножики есть. Что цель все-таки выбить с дешманского кейса нож. Поэтому я этот кейс и открываю. В других там, которые там просе, ну там карты вот эти всякие разные. В них ножа нету, поэтому я как бы его и не трогаю. Ну, сука, вот ты меня сейчас это прям затроллил, так затроллил там, да? Прям разъемная толпа там, прям так не дотянул там, да? За сорокет решил мне дать скин, только чтобы толпу не давать. Теперь за 5 там, ну хер с тобой. Ну, по чуть-чуть добавляется в кейсе. По чуть-чуть добавляется у нас в это для контракта в скинчике. Смотри, опять там, да? Как чуть-чуть. Прям вообще, прям вот чуть-чуть-чуть-чуть не дотягивает подлюка. Троллит конкретно меня же по жести там, да? Ну ладно, хоть не нож, не так обидно. А то если бы там перед ножичком прям бы так было бы гораздо, гораздо обиднее было бы. Хер его знает, может не копить это
10 скинов. Может попробовать зафигачить с этими? А, может как вчера, то есть попробовать всякий шлак, то есть в контракты закинуть. Посмотреть, что там с контрактов-то даст или не даст там, да? Давай-ка мы сейчас попробуем это со шлаком. Контракт, шлаковые контракты сделать. Посмотрим, что он. Надо как-то пробовать разные, то есть вот эти всякие тактики, может быть, он это как-то его навел, в общем. Вдруг он. Ого, ряд ножей какой пролетел там прям. Но пролетел там, да? Но пролетел. Так, мне надо, чтобы да еще одного хватило там, да? В принципе, вот этого вот мы продадим. А вот это еще раз попробуем. И три откроем. И посмотрим, что там будет с контрактами. Ну, пока что я вижу, что отдача данного сайта, то есть она гораздо меньше, чем на этом, на изике. Вот. А, я, кстати, с изика смог вывести свою эту, фосфор свой смог вывести, наконец-то сегодня. Неделю практически ждал, чтобы вывести просто фосфор. Вот оно, что. Так, по 3. Ну-ка. А давай мы попробуем по... Ну, а что, подожди, от 8 до 139. Ну, давай попробуем по 3, посмотрим, что ты тут потрешь-то. Потрешь или не потрешь? 18. Пробуем еще, давай. Контракт, контракт, контракт. Давай, создаем. Сейчас мы, короче, сделаем такие, чуть подороже, которые там, да? Потом мы сделаем из того, что сделали. И посмотрим, что там будет. За 6 уже. Херня, короче. Так, 7, 17. Так, а, тут 2, да, получается? Ух ты ж, падла. Ну, тогда... А, ну тут уже не крутануть. Тогда вот так вот. Оп, 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 оп. У нас получается на балансе 37 рублей. Сумасшедших денег стоит наш контракт. 37-рублевый. И 4 скина. И сейчас мы попробуем с этого что-то выбить путнее. Но сайт так не считает, да? То есть вот он за 25 рублей нам дает скумбрию. Как это называется? 5-7 скумбрия. Точно скумбрия? Скумбрии дал. Скумбрии на 25 рублей дал. Сейчас как раз на эти 25 рублей мы откроем 3 хули кейса. Еще раз убедимся в том, что это все-таки хули кейс, а не холи. Как бы, то есть они там его не писали, не обзывали, что это все. Вот, да? Убедились. Даже на 2 не хватает. Вот только на 1. А, 1 я не буду открывать. Хер-то там вам. Хер-то там вам. Ну-ка, давай мы... А, нахуй, апгрейд на 11 рублей. Че, угорать, что ли? Ладно, оставим это, короче, на следующий выпуск. Ну, в общем, что? Наша коллекция сегодня пополнилась еще... О, а что ты здесь за 6 рублей лежишь? А где ты вообще был? Почему я тебя это... Я тебя не видел. Стопэ, братуха. Конечно, продаем мы тебя за 6 рублей. Зачем ты мне тут нужен? Наша коллекция вот здесь пополнилась одним вот таким скинчиком, да? И все-таки подождите. У нас есть... Ой, а что так медленно ранг-то качается? Сколько это надо это... Открытие сделать? Или что там надо сделать открытие, чтобы быстрее качался? Давай мы 2. У нас на 2 хватает. Мы олигархи. Мы олигархи. Ну, что ты тут? Нож пролетел, все пролетело. И все такое, да? И всякое. Ну, все, мы продаем. То есть на кейс больше не хватает. Все, на этом тогда мы останавливаемся. В общем, третий выпуск, и как бы третий выпуск и ни о чем особо-то, да? То есть ничего такого не упало в третьей части. Ну, посмотрим, как себя будет сайт вести дальше. Посмотрим, конечно, как он себя поведет. Но пока что сайт ведет себя отрицательно. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Все огромные молодцы, кто там сумел досмотреть до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И еще раз напоминаю, что 1 числа у нас будет розыгрыш. Условия розыгрыша смотрите в описании под этим видео.